Итак, всех приветствую на нашем канале, или как у нас говорят, здоровенькие були. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Всего лишь одна штучка. Посылочка, сразу скажу, для рыболовов. Так что, сейчас быстренько его вскроем. Во время просмотра обязательно пишем комментарии, ставим лайки. Подписываемся на канал, будет больше видео по данной тематике. Так, и мы сейчас быстренько вскроем, посмотрим, что у нас здесь пришло. Здесь у нас пришло вот так вот. Поплавочки, честно говоря, вот так вот запакованы. Без всякой пупырки, без всякого ничего. Вот так вот на свой страх и риск, как говорится. Быть сломанными, быть уничтоженными. Прислал нам китаец поплавки. Поплавки у нас двух видов. Ссылки на товар на AliExpress будет под видео. Переходим, смотрим. Так, что тут можно сказать про данному, про данный поплавочек. Здесь внизу у нас такая вот пружиночка. Держится крепко, не спадает, что очень радует, то есть поплавок не отлетит во время закидания. Такие вот небольшой поплавочек, довольно таки симпатичный. Здесь в комплекте есть 10 штук, сейчас пересчитаем: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот таких вот у нас 10 поплавочков, очень такие симпатичные, красивенькие. Мне еще нравится, что тут вот на зацепах можно защелки зацепил и будет держаться. Закончил рыбалку, смотал удочку, снял поплавочек. Это мне очень нравится. Такие вот я вот дела люблю, заказывал. Так, посмотрим сейчас у нас. Так, кстати, подгрузки. На поплавках ничего не написано, сколько грамм. Так что придется угадывать методом тыка. Так, другой у нас. Как говорится, товар с Алиэкспресса, поплавки вот такого вот варианта. Вот есть небольшой косячок, но это в принципе не критично. Я думал, что будет чуть-чуть выше вот эта штучка, антенка, но ничего. Так, снизу также само у нас тут такая вот металлическая колечко, чтобы держать. Вроде бы приклеено, не спадает, так что при забросе, я думаю, потерять. Тоже у нас тут в комплекте 10 штук. Конечно, чудо, что они при транспортировке не сломались. Так, на поплавках написано 0,8 грамм. Здесь тоже 0,8 грамм. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 поплавочков. Вот таких вот. Цену я укажу на фотографиях, какие они были на Алиэкспрессе, а какие они пришли в действительности. Сфотографируем, вам покажем и цены поставим. Цены может меняться. Во время заказа у меня была бесплатная доставка. Так, по сравнению с этим поплавочком, видите, какие они разные по величине. Так, ну давайте замерим сразу их высоту. Так, у нас один поплавочек, вот этот поплавочек 16,5. Маленький поплавочек. 11 ровно сантиметров. Так что вот такие вот у нас сегодня. У нас сегодня для рыбалки посылочки. Сайт AliExpress. Так что переходим. По видео по ссылочкам можете себе заказать, то есть приходит быстро, все нормально. Все, не забываем подписаться, поставить лайки, написать комментарии. Начинаем. Не забываем подписаться, поставить лайки. Так, у нас что-то здесь в коробочке. Ага, как обычный стандартный USB кабель, такой вот фирменный.
довольно-таки симпатичный, беленький такой вот кобелек. Довольно-таки толстым. У нас тут 50 сантиметров. Так, фирма Кафель. Сейчас мы его быстренько проверим на работоспособность. Вам покажем. Так, для теста берем нашу экшен камеру. Так, сейчас сразу в прямом эфире протестим это дело. Так, вставляем наш блок питания, вставляем сам кабель. Кабель вставляется довольно-таки плотненько, прикольненько. Так, и вставляем саму экшн-камеру. Так, что у нас здесь показывает? Пошла, вон, видите, заморгала у нас это. Пошла зарядочка. Здесь я... Вот, пошла зарядочка. Все видно. То есть кабель у нас работает. Его следовало нам доказать. Сейчас мы еще протестим это дело на... Если я найду на нашем тестере. Нет, тестер. Есть тестер. Вот такой вот у нас стандартный тестер. Так, отключаем. Мне нравится, что довольно-таки плотно входит. Так, вставляем тестер. Так, тестер у нас получается. Ой, как вам его показать-то? Ой, тут больше проводов. Так, выдает у нас вот такие вот данные. Данные 0.4 у нас выдает. Что-то слабенькое он выдает. 0.4 выдает 5. Ну, там, в принципе, факт тому, что он там работает. На коробке что у нас тут написано? Так, что у нас тут сзади написано? Сзади нас ничего не написали. Написано Made in China. Производительность не написали. Так, что? Придолбаться, честно говоря, не к чему. Ну, факт в том, что хоть работает, это уже у нас, как говорится, большой плюс. Потому что... Сейчас мы возьмем ради интереса другой шнурочек. Проверим другим шнурочком. Что-то мне верит, мало верит, он только мало бы должен выдавать. А, вот почему он мало выдает. Потому что вот эта штукенция полностью заряжена. То есть нам надо полностью разряженная техника. Этот нас еще вообще по нулям все выдает. Сейчас мы, ну ладненько, на этом будем заканчивать, наверное, наше видео коротенькое о данном шнурочке. Я думаю, что он выдает хорошо. Ссылка под видео будет на данный товар. Заказываем. Переходим, заказываем, пользуемся, не забываем кэшбэками. Их очень много там разных. Пользуемся. Не забываем. Так, ну что ж, будем заканчивать данное видео. Такое вот коротенькое, таким вот кабелечком. Всем пока. До новых встреч. Так, вторая серия нашего сюжета. У нас такой вот телефон, чуть-чуть разряжен. Все-таки я хочу проверить этот данный шнур. Так, подает нам все по нулям. Вставляем сюда, вставляем телефончик. Телефончик данный. Так, пошла у нас зарядочка. Что у нас тут выдает? Выдает 1,2, 1 ампер. Без вопросов выдает. Так что данный девайс можем рекомендовать для заказа. Всем пока!